Все мы родом из детства. Первые осознанные воспоминания многих людей связаны с детским садом. Именно поэтому сотрудники ГИБДД советуют знакомить ребят с правилами дорожного движения еще в дошкольных учреждениях. В этом мы, конечно же, помогаем. Мы проводим с ними конкурсы, викторины. Помимо этого, родителям обязательно должны рассказывать, как важно соблюдать правила дорожного движения. Но, как показывает практика, обычно дети знают правила дорожного движения лучше, чем их родители. Ассоциативное мышление, красочные картинки, командные соревнования – эти и многие другие способы заинтересовать малышей подготовил преподавательский состав. Подобные занятия нередко проходят в одинцовских детских садах. Их участники – обычно ребята 6-7 лет, которых в сентябре ждет первый класс и ежедневные походы в школу, а значит и дороги со всеми их опасностями. Наше занятие открытое, нацелено на то, чтобы узнать, как наши будущие первоклассники, а это именно детки подготовительной группы, готовы к тому, чтобы стать будущими пешеходами. Для взрослых организаторы открытых уроков подготовили познавательные буклеты. В них все, что нужно знать заботливому родителю о безопасности своего ребенка на дороге. Что такое фликеры, зачем нужны детские автокресла и как ребенку безопасно вести себя на дорогах. Все написано простым и понятным языком. В одинцовских детских садах работают не только с детьми, но и с их родителями. Ведь безопасность на дорогах – это наше общее дело. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».